Теперь под русофобию подгоняют любые критические оценки России. При этом говорить про другие страны, их руководство, можно что угодно. Вот несколько примеров хорошего тона из российского телевидения. Современное государство Украины – это, грубо говоря, проститутка, которая заразилась СПИДом и хочет побольше заразить СПИДом всех остальных. Какая Европа? Эти лживые, ничтожные твари, которые как были нацистами, так и остались, а теперь из себя девственниц строят. Старые продажные шлюхи, корежащие из себя девственниц. Вот это, разумеется, нормальные выражения. Никаких фобий или разжигания ненависти к соседям здесь нет. Патологически объективные люди. Вот на такой патологической объективности власти пропаганда едут уже не первый год. Русофобия оказалась очень удобным словом. Если бы его не было, его надо было бы придумать.